А давайте я сейчас прямо вот с произношением, смотри. If you play this level in a multiplayer server, well, for the other players. Можно же, когда захочу? Вот, знаешь, вот когда на начальных стадиях изучают английский, там вот кассеты, ну, раньше кассеты слушали, вот тебе надо туда было озвучивать. Multiplayer servers. Multiplayer servers. And all together. Как-то listen and repeat after the speaker. If you play this level in the multiplayer server. This is motherfucker shock. А дети орут. Алекс, Алекс. Motherfucker Mishok. You will be motherfucker Mishok. Что ты? Ты хоть понимаешь, что ты спрашиваешь вообще? Ты так все подряд. Я просто так. Я такие слова, знаешь, такие. Будешь ли ты ебаным мешком? Как такое можно спросить вообще? Будешь ли? Что-то не особо хочется как-то, прикинь. Почему? Ты же так мешок. Ну не ёбаный же. Мазафака, это значит ёбаный? Ну ебал, мать ебал. Мамку трахал. Будешь ли ты мешком, который трахает мамок, ты это так хочешь сказать? Ну что, играть-то будем, нет? Нет. А, ну окей. Выходим тогда, хули. Сейчас, подождите. Пара-пара-пам. Короче, давай, все. Ну, Маккуина здесь Димон, конечно, ну ладно. Ну, само собой. Давайте, короче, станем напротив чего-нибудь и... Я не забуду это вырезать, знай. Что именно? Что самое охуенное здесь. Это Димон, конечно, естественно. А я от своих слов не открещу, самое охуенное это Димон здесь. Не-не, ты это вырежи. Не оставляй только это, не дай бог. Ты чего? Не дури, слышь. Только не дури. Смотри, как он прыгает. Ничего не надо. Эй, всем привет, друзья. Меня зовут Дмитрий. Это Колян, самый позитивный Колян. Запомните, за Изиник. Канал у него называется Колян, 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 Колян. За Изиник. Это Леха, может не запоминать, Супер Алекс позитивный. Но главное, что Колян. Запомните, Колян за Изиник. Да, и главное, что тут еще вместе с нами Дима, Дима Купунов. Пять раз ссылку оставь. Здесь. Колян, с тебя 500 рублей. Мы продолжаем играть в Гаррис Мод. И на сегодня у нас карта под названием «Гости». И сейчас Леха, короче, как великий знаток английского, перечитает правила. Ну, в тот раз ты читал, теперь я. Значит, смотрите. Рулес. Что значит правило? Ноу-клип. Сейчас нам переведет Колян. Ноу-клип. Не смотреть клипы никакие на Ютубе во время просмотра этого видео. Да, это нельзя. В общем, нельзя нажимать на «вы», нельзя пролетать сквозь стены и все такое. Extra health items. Теперь tips. Pay attention to the details. Обращайте внимание на детали, проверяйте стены, полы и мебель. If you play this level in a multiplayer server, well, the other players. Если вы играете этот уровень на мультиплеерном сервере, ждите других игроков. И вот предлагаю еще... Второе правило важное, думайте перед тем, как что-то сделать. Вот предлагаю еще здесь. Давай. Информационная такая. Good luck. В общем, давайте я просто низ переведу. Good luck, you will need it. Удачи, она вам понадобится. Она сверху написано: не беспокойся, если вы умираете часто, твой прогресс сохраняется в точках чекпоинта. В точках чек-точках. Окей. Я нажимаю на кнопку. Даже спот выдумал. Все, поздно, поехали. Ну? Что сделал? Это вообще кнопка power. Все, тихо. Вылетай. Началось. Не используйте ноу-клип. Не используйте, так вы простояли 40 минут. Не используйте. Открывай, Леха, поехали. Поехали. Это звонок? Звонок? Откройте. Открыли двери. Подожди, а где дворецкий? Там гром и молнии, ни хрена. А где дворецкий-то? Смотри, колокольчик. Какой колокольчик? Это женщина. Вот дворецкий. Вот. Ебать, кто-то идет. О, мужик. Я что-то перепугался. Здорово. Привет, чувак, ты где? Нам бы номер снять. Могу я вам помочь? О, это ты, наконец-то ты прибыл. Охереть, он что, разговаривает? Да. Ну, без голоса. Мой мастер недоступен прямо сейчас, он делает какую-то херню. Но чувствуй свободно, гуляя вокруг в этом доме, ты здесь специальный гость. Мой мастер. Мастер, в смысле, господин. Чекпоинт. Какой? Я нашел ломик. Подожди, ломик, надо вот эту бабу с собой взять, это талисман на удачу. Не надо. Тогда ему в лоб дай, дай ему в лоб. Давай, а он, к сожалению, я не могу дать его. О, я могу к нему. О, я тоже ломик нашел. Нет, не сможешь. Почему не смогу-то? Они дурачки, видимо. Колян, иди возьми ломик, слышишь? Еще ломик, смотри, он респанится. Так я тебе говорю, их теперь три. Народ, нам тут сказали, не торопитесь и обдумайте все ваши движения. Все, я нашел, короче, пароль, давайте пароль введем. Это понятно, топлива нету. Их даже не три, они все респанятся и респанятся специально для мультиплеера. Конечно, это же мультиплеер на 700 человек.
Народ, так смотри, короче, надо гулять просто вокруг. Потому что Дворецкий сказал, что его мастер, он недоступен. Может быть, это он не этот мастер, а тот подмастерье, это народ. Кузница какая-нибудь, чего? Есть одна. Народ, стойте, пожалуйста, здесь, стойте, я сделаю себе звук, сейчас немножко потише, хорошо? Давай, сделай. Как-то по звуку очень музыка громко, во-первых, говорят, не надо меня бить. Я все бляха, я здоровье проверил просто. Все нормально. Так, все. Ну, поехали. Я нашел книжку кривую, смотри. Да, да, мало. Опа. О, знакомый чувак. Видал? О! Друганы наши, подожди. Это Влад, все, я взял ключ. Это Влад? Да, это Влад. Вот так вот выглядит Влад? Вот так выглядит Влад. Вам Влад? 24.97, 24.97 у него, и у меня ключ еще. Какой 24.97, у кого? У него там на бейджике написано. А, значит, я знаю, куда вводить пароль. Ну, правда. Поехали, смотри. Так, 24, сколько? 97. Во, вот тебе и ключ. О, все, тихо. Суй в дырку. Лезь. Суй. О, красава, ах, поехали. Вообще шикардос. Воу. Здесь пустой аккуратно. Подвал. Так-то интересная карта. Тыкай. Вот в описании написано, что она может немножко поседать. Кто, карта? Ломай. У меня все нормально. У меня ох, нихера себе. Ломайте стену, вы что стоите-то? Да мы, я боюсь к тебе попасть. А, тогда не бейте. Давай тогда только ты ее. Давай. Я вообще великий разрушитель. Demolition Man, ёпта, поехали. Смотри, что творит Мишок, а? Что какой-то. Давай, Димон. Все, поехали. Ты не пролезешь, Димон. Нет, Димон, не пролезешь, того не было. Ладно. Такое дело, ладно. Ну я просто, мы же не будем легких путей искать, надо так пролезть. Даже можно различить, как он кидает. Что, я могу различить, кидает? Нет, можно различить, когда ты приседаешь и когда ты встаешь. А, так это профессиональный скин. О, чекпоинт, я поехал. Ой, Машу сжимать, нет, ты зря поехал. Ты очень напрасно поехал. Все нормально, смотри, как я четко. Воу! Один добрался или всем надо? Ну давай всем. Ладно, я поехал, все нормально. Тихо. Колян Трупец. Колян Мудалец. Я тоже умер. Чекпоинт, да. Тихо. Можно, конечно, и пролететь было бы, конечно. Не, какой ноу-клип, нельзя. Давай, Колян, скорей, а то я не могу же. Тихо, я почти проехал, все, я молодец. Слезай, твою же мать, залезай. Все, чекпоинт, вы что делаете? Ну, давай же. Мастер сделал свое дело, это я, мастер. О, смотри, я нашел дырку, пошли за мной. Да, блин, что-то стрел, а. Там, кстати, эти ломики еще, ломики берите. Ломики, да, берем. Да а чё вы опять хватит летаете? Вам же сказали не ноуклипить, вы чё вообще какие? Всё. Алекс не самый позитивный, Алекс самый, короче, читер, блядь! Ех, нихера себе! Самый кричащий, это ты, по-моему, у нас тут. Зомби, я зомби, в зомби вылетел прямо на меня. Ай! Вот, видишь как? Вот это самое главное, что ты идёшь первый. Давай. Подождите. Они падают, я и говорю, короче, приколюха. Я тогда пошел налево. Тихо. Народ, надо, короче, узнать. Все, я прошел! Как? Твою мать, нет, я не прошел. А как ты шел-то? Я по левой иди. Шел. Я по левой шел, идите по левой. По левой прям? Идите, да, идите прямо по левому, краю идите. И я, а потом куда-то провалился? Вот на второй. Прыгнуть не сможешь. На какой на второй-то? А. Ну на второй там же, там где вот слева. Во, это работает, смотри. Да, бей. А их проверять можно? Ну бей. Так они проверяются, вы что? Колян, проходите. Да я просто блин, нифига себе. Че вы делаете? Сказали, иди по левой. Я по левой пошел, просто надо было немножко еще левее взять. Да надо проверять просто, куда идти и все. Согласен. Так, это палевная. Так идите прям по моей, она же проверена, вы что делаете? Я там еще одну сбил. Погнали. Я тут, короче, надел лекарств, смотри, прям как резидент какой-то. Опа, красава я, погнали. А ты по краю прошел или ты по... Да, по краю. Не, куда, идите по моей, говорю. Я по твоей... Я видел. Чего вы делаете? Так, а ты как прошел, скажи, ты... Ну ладно. Ну в упор и потом налево. Где Леха-то? Бегу. Давай мы тебя до чекпоинта дождемся. Ва, тихо, обернись! Блять. Я пришел. Проваливаешься, нихера тут, короче. Ты можешь уже умереть, в принципе. Нет, я провалился, нормально все. Нет, я говорю Алексу, что он может, в принципе, умереть и оказаться здесь. Смотри, здесь огонь, лед и медные трубы. Надо поставить их местами другими. Во. А Леха, ты где? Короче, Файр. Файр это файр я взял. Еще... Лайт, свет. Лайт, бери, он белый. Так, здорово. Здорово. Вот земля, отлично. Колян, ты перепутал их местами.
перепутал, подожди. Да, ну ты что, ну не видишь, что ли? Ну какой цвет, Колян, ты несешь, ну что ты делаешь? Разойдитесь уже, ну что такое? Ой, Колян, Колян, смотри, у Коляна какой это, он даже не может цвета различить нормально. Все нормально. О, погнали. Вот, да, иди, иди, иди. Ох, нихера себе. Приколюха. Охренеть. Подожди, подожди, нас выкидывает нахер отсюда. О, кубки, кубки и лобик. Так, бери кубок. Ты должен выбрать, но... Подожди, я думай, думай о своих движениях. Спокойно, спокойно. Перестань. Давайте, давайте попаникуем. Давайте попаникуем. Давайте. Я выбрал. Ты зачем его взял-то? Все хорошо. Вот, отлично, пошли. Я правильный взял, я правильный взял. Деревянный. Откуда ты знаешь, что правильный-то? Я фильм смотрел. Фильм, говорит, смотрел, что за фильм? Блин, есть курить! Нихера тут кто-то подзапарился. Я по нему и выбрал. Нихрена себе. Видели как? А вы даже не... Да? Охереть. Вы чё, народ? Это очень сложные карты, короче. Надо просто бежать, не останавливаться. Да, все будет нормально. Ну как это не останавливаться? Останавливаться как раз надо, вот. Охереть, ты чё тут? Нет, ну я прям бежал по ним и все. Все, погнали. Подожди, стой, стой, стой. Надо как-то разэтоваться. Ой, Колян, там прям... Блядь. Все, конец, Леха, беда. Все, я сейчас туда пройду, вообще не вопрос. Смотри, вот сейчас смотри. Давай, давай. Смотри, сейчас, подожди, не-не-не, я понял как сейчас. Подожди. Есть курить, а что за херня-то? Нельзя задевать вообще. Так я первый раз нормально прошел. Так, не, минутку. Ты, значит, не задевал, повезло. Вообще, я мастер, прям смотри. Про меня карта, я мастер. Так, дальше что? А, дальше надо прыгать. Дальше надо прыгнуть, потом на этот, прыгай. Все, давай. А, на, понял. Ай, прыгай, давай, давай, Колян. Колян, ну ты давай, да, так уже, да, я... Ну ты что делаешь-то, Колян? Не попал, давай. Ты чего какой кривой-то? Давай, Дима, ты следующий. Так этому 10 лет сейчас будет. Фига тебе, охереть! Тебя закаштанили, да? Нет, не каштанили, просто подпрыгнул. Блин. Она непонятная вообще какая-то. Ни хрена себе. Нет, народ, не, мы должны это пройти. Давай, давай. Да само собой надо это пройти. Давайте пробовать. Стопыша. Надо просто кому-то четко это все сделать. С контролом надо на бревно прыгать. А ты прыгнул на бревно? Очень быстрый с контролом. Я прыгнул на которую эту. Блять, ну ты чё? Нихера себе, ты отлетел. Какая сложная карта. Не, Колян, их можно трогать, ты врешь. А, нет, нельзя. Блять, ну что ж ты соскакиваешь-то, тварь, а? Я уже хотел, блин, разогнаться. Колян, ты же самый прыгучий, давай. Действительно. Я чё, всю карту буду проходить? Сразу, почему меня... Блин, я соскользнул туда. Ты контрол забыл нажать, что ли? Как мы будем это проходить? Да какой нахрен контр? Да все нормально, смотри, я сейчас все сделаю, смотри. Давай. Во! О, брат, красавец, а? Красава! Смотри, блядь, катается там, блин, нахуй, на бревне, смотри. А чё, бесплатная каруселька? Ну? А-а-а! Тихо! Блядь, я чуть не нашёл, сука! Я чуть не вылетел с него, прикинь. Тут, короче, где-то подстава есть, подождите, пацаны, я отвечаю. Тут один остров сейчас утонет, прям жопой чую. Ты самое главное только там дойди до финиша. Ай, мудак, а чё случилось, ты слышишь? Упал? Я не допрыгнул там вообще никак. Конечно, там с разбега надо было прыгать. Бля, ты что так? Здесь какая серьезная непонятная игра вообще. Блин, они хотя бы чекпоинт бы сделали чуть-чуть подальше. Бля, это нереально, нереально это, я вам серьезно говорю. Если кто-то допрыгает до второго острова, то надо прыгать с шифтом. Да, блин. Колян, вылези из меня. Народ. Может, мы уже будем пролетать через эти шипы? Да о, как? Блядь, нет. Забегаешь, ты нельзя. Сука. Нет. Надо нет, все сделать, честно, Колян. Ты что такое делаешь? Люди старались, а ты ноуклипить. Тебе же сказали не ноуклип. Будь честным человеком. Ну, да ё-моё. Надо раньше прыгать, понимаешь, когда он еще стоит, этот кол. Да я знаю, я так и прыгал в прошлый раз. Так, все, мы прыгаем. Все, нормально. У этого как-то получается, смотри, прыгает. Так я мастер же. Не прыгать ни хера. Надо прыгать, когда кол на месте есть. Я не пойму, что делать с этим островом, если он разваливается. Какая-то подстава есть, я отвечаю. Тут, по ходу дела, надо вдвоем по-любому допрыгать. А если с разбега попробовать прыгнуть сразу на бревно? Не получится. А получится? Вдруг? Не. А он вообще-то далеко прыгает. Во, все, короче, я дошел, пацаны, не паникуйте. Чекпоинт вам, давай на? Же прыгай, мудак. Все, пацаны, помирайте. Чекпоинт я сделал. Красава я. Отлично. О, сука, смотри. И даже не дождался, сразу побежал что-то делать.
Так, еще нужен. А мой вагон помер. Живет 5 секунд. Все, поехали в вагон, он живет 5 секунд. А вы где вообще? Я оказался в туннеле. Мы в вагоне. Ну так иди в туннель дальше. Что случилось? Оставляйте в середине вагона. Давай. Надо, наверное, по очереди было ехать. Какая разница, мы уже с тобой вдвоем здесь прямо. Так ты не в середине вагона, тебя сейчас убьет. Не убьет меня, все. Убьет, я тебе отвечаю в середине. Колян, ты где? Так ты подвинься, и я буду. Да хуй, как я тебя подвинусь, то отойди. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо! Спускается просто. Охереть, ты что меня выбросил-то? Как выбросил? Ты меня из вагона выбросил, Колян, беги по рельсам. Как выбросил-то, ёб твою мать! Просто взял меня из вагона, выбросил. Марки, ёпта, я не выбрасывал тебя, я просто стоял. Ты выбросил меня, короче. Не надо. Я тебе отвечаю, ты меня выбросил. Я вообще... Ты сейчас за это разобьешься, я вообще пацанам все рассказал. Смотри, 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 тут американцы... Да подожди, подожди меня. Если по рельсам идти, у меня тут пропасть в лаву, какие рельсы, я вообще... А, тихо. Блять, не успеваю. Ну-ка я еще раз умру, подожди, я умру. Давай. А, там вагон, нажми на кнопку эту. Тихо. Я прям в ад еду, ёб твою мать. Колян, там есть, короче, этот, как его называют? Ручки справа от дверей, там есть ручки, которые вызывают вагон. Охренеть, народ. Ты помер? Нет. Ты в ад? Да не обязательно стоять в центре, кстати говоря. Можно с любого бока стоять. А почему я умер тогда, я не понял? Я не знаю, я тут уже стою из края, из боку. А, вот, я тоже в аду уже. Колян, ты где? Это совершенно... Я здесь, вот я. Подожди, а мы где? Алёха где? Не знаю. Я еду впереди. Не знаю. Я на вагончик. Вот я здесь оказывался. Как ты дальше действовал? Куда ты дальше бежал? Я вообще не понял, где мы. Я здесь не был ни разу. А я сразу здесь оказался. Так я тоже сейчас помер здесь оказался. Я так еду долго на вагончике, но это вот. Просто пиздец. Да ты подожди, Лёх, ты куда едешь? Тормозни просто давай. А я не могу, он, блин, не тормозит, тут никто. Конце... А вон он едет. Стоя! Ни хера себе полетел! Вы видели? Увидели, как ведь вагон там разбился? Ты вообще просто эпично, ты понимаешь, ты прям над головами пролетел. Вы видели, как я прокатился, ядрёна мать, это просто американский... А чё, мы застряли? Все, пошли дальше. Какая... Подожди. Чё вы делаете-то? На В, на... Да как на В-то? О, ломик еще один. Там потому что... Ну, заглючила игра, ну что здесь? Ну окей, ладно. Давайте, ребята, чекпоинт. Я не хотел это делать вообще, просто серьезно. Ой, а вы так что клепите? Стой! Ой, твою мать! Бей! Это же я сам! Да ладно! Все хорош. Я сам! Зеркало, смотри. Это, смотри, это спрятанная комната, короче, секретная. Офигеть, смотри, как круто. Вообще нормалек карта, прям прикинь. Ой, блин, это... А это у меня загребанная система. Вас на заднем плане ничего там не... Да что-то шумит. Едет дискач! Уже смерть! Чекпоинт! Тихо. Подожди, внимание! Лабиринт, тихо! Смотрите, нам нужна карта какая-то. Схема, вот. Так, мы здесь зашли. Фир, смотри. А, твою мать, это нас как вы? Обозначают шагами, нас обозначают шагами. Ну да, вот мы вошли. Вы запомнили? Давайте кто-нибудь один будет диктовать, а я пойду. Давай, я пошел, а ты от этого Колян диктуй. Давай, Колян, куда? Направо, да? Давай, направо, потом поворачиваешься еще направо, потом налево. Ага. Там тупик, но там знак вопроса. Там какая-то херня, дальше что? Там жизни. Давай. Да короче, давай в разнобой, так быстрее найдем. Давай. Все, давай. Я пошел прямо. Так, тут еще один ящик. Ищи, короче, кей-карт нам нужна. Там что, тупик? Я череп нашел. Фу, гадость, выкини. Колян, ты че не командуешь-то? Колян. Оу! Это было маленько динамита, короче. Чутка прям. Это было круто. Так, я пошел дальше. Газета какая-то. Там тупик. Вот, мы здесь были. Так, здесь взорвался динамит. У нас нет ключа, карты вообще нигде. Ну карта там осталась. Какая карта? Где-то лежали. Не было карты, мы еще не вскрыли, короче, ящик с картой просто. Я нашел ботинок. Ботинок? Нет, он говорил насчет какой? Это насчет карты. Ну там карта-ключ. Нет, подождите, давайте, знаете что? А я карту ту вот имел в виду, которая вот по лабиринту у нас... Нет, он этот, там написано же с этим, посмотри свою карту, где был самое начало. Ну давай ее тогда найдем. Я принес газету. Газета не подходит. О, я ящик как нашел. А где мой ломик? Твою мать. Сломай руками. Ломик. Не-не-не, я сейчас... А где ты нашел-то? Вот, здесь я. Ну как, я объясню. Во, я нашел ключ. Ну, потащи назад. Ну, какой-то ключ, какая-то то ли... А, во, все, нашел я тебя. Пошли сюда, за мной. Стой, не беги, давай. Вот сюда. Все, отлично, смотри. Так я газету думал пролезет. Стой, давай, отлично. Небольшая такая, прям, знаешь, Колян, наебашка. Мало ли прокатит.
Молодец, газету принес. Ее можно было свернуть так, короче, это, меленько. Она была бы твердая, как карточка, я тебе серьезно говорю. Ну и можно было ее туда всунуть прямо, да? Да, конечно, можно. Че ты на меня косишься, Колян? Не косись на меня. Как банкоматы, да, обманывают, так же ты. Ну как бы банкоматы с этими. Погнали. Не банкоматы. Что ты на меня косишь? Автоматы. Да он стоит прямо на меня такой палит. Воу, чекпоинт 3. Отлично. Вашу. Это что? Вау, это конец. Назад, это... Назад, сейчас назад, эти, смотри, как резиденте по эти лучи, лазеры лучи, поедут. Лучи, да, лучи будут сейчас. О, я же говорю, точно, смотри. Ну и что делать, назад. Вашу мать? Назад, тихо, садимся. Назад, тыкай. Прыгай. Блядь, садиться, прыгать, садиться. Вы что, охренеть? Отойдите. Блядь, что, не вижу. Давайте, кто-нибудь, давай, стой, по одному респаемся. По одному, тихо. Прыгай, да прыгай, говорю, Леха. Да как прыгай-то, она же сзади же... Блять, сука, был. Тихо. Во, пошли. Ну и что дальше-то? Иди. Куда? А как быть-то? Надо их перепрыгнуть все. Надо просто пережить. Блять. Народ, я тут один живой. Да что такое-то? Вау. Теперь ты тоже не живой. Теперь я. Давай. Меня выбросило в камеру какую-то. Крестиками. Блять. Что теперь делать? Тихо. Садись в угол. Вот, в этот. Вот. Все, отлично, я остановил ее. Как ты остановил? Я силой мысли. Погнали. Помни, там. Я просто фильм. Вот он! Вот он! Здорово! Старый пес! Follow me, говорит! Следуй за мной, если можешь. Слышь, ты че, охерел, что дай ему пропишу в пятачину. Давай. Он что вытворяет-то вообще? Смотрю, прокол. О! Телепорт! Ядрёно! Портал! Улетаем! А где лом? Ты есть какой-нибудь лом-то остался, нет? Лаги небольшие, да, были. А че? Да не было вообще лагов. Вашу мать! Бать, это матрица какая-то! Матрица, да. Смотри, кто улетает. Это что за говно, смотри быстрее. Так это он улетает на корабле, смотри. Он тебя сейчас загрызет, ну какой корабле улетает, он не улетает нихера. Народ, здесь какой-то куб, что ли, или что вот это такое? А, так, это выглядит, как будто вы пытаетесь выбраться из моего дома. Ваша мать, тогда оружие ищите, твоя мать. А, вы знаете тысячи гостей, которые были до вас. Вы знаете про тысячу, что тысячи гостей были до вас. А, но они, короче, что, никто не выбрался до вашего. Ну и что ты хочешь от нас, старый пес? И сейчас ваш ход. Сейчас оружие, наверное, будет. Сейчас оружие он нам даст. Даст оружие. А вот это я хер пойми, что он сказал, Колян, была твоя фраза. Дали ракетницу, отлично, херачим! А где? Вот, на подиуме бери, на подиуме. А я патроны взял. А, тихо, там патроны валяются. Подождите, дайте пострелять, пацаны. Давай, херачь в него. А куда в него стрелять-то? Стреляй, пушку. Они, по-моему, самотопочились. По-моему, тоже. В пушку надо стрелять. Да, где ты попадешь в пушку, да? Вот, который он стреляет. Ех, нихера себе! Что, блядь, прилетело мне прям в башку, ёб твою мать. Чё за хрень? Тихо, садись, Колян. Стопэша, народ, берём. Тут миниган есть. Да нихера ты чё, старый пёс. Он, наверное, обиделся. Он обиделся, в прошлый раз мы над ним угорали. Блин, Колян, ты взял уже ракетницу, да? Блин, там еще одна отрезка. Нет, пока нету. Жду пока. Да хорош, да ты чё вытворяешь-то, блядь? А, смотри, а если вниз, короче, спрыгнуть? Колян, попробуй спрыгнуть вниз. Не надо, сдохнешь. Трёшь, наверное. Да, блин, меня застрелил. Что такое-то, а? Чё творить, а? Блин, а где он вообще шансы просто не дает. А где вообще у него уровень, блядь, здоровья-то, ёпта? А нет у него нихера. Нету нихера. Пригнись. А чёрт, где нечего творить? Увидите, чё творить, а? Пригибайся. Это мне прилетело, у меня один раз. Они самонаводящиеся, отвечаю. Самонаводящиеся, а я тебе, типа, блин, просто не надо никуда стрелять. Ты его убил! Просто стреляй и все в него, стреляй! Ты убил его, Лёх! Ну ладно, в смысле убил? Он там есть. Там было написано Брин. Чё, было написано, что я его убил? Да ладно. Да, было написано, что ты убил Брин. Он живой пока. Вот здесь в углу вставайте и все, ничего не будет. Заподил, просто вставайте и все, и ничего он вам не сделает. Где ракетница-то грёбаная? Колян, ты чё все ракетницы подобрал? Сюда. Да я тебе говорю, он здесь не бьет ничего. Хоть ему спрятаться, господи. Он не может миниганом. Да какой подиум? Он даже не достает. Он лох. Просто не достает. Да все, чмошник, короче, он. Иногда заканчиваются ракеты, и нам приходится за ними идти. Так что... Вы же понимаете, у меня вот... Например, да он не умирает, собака. А можно по стеклу стрелять? Вот почему? У меня кончились патроны. Я тоже кончился, я поэтому за ними иду. Народ, они самонаводящиеся, поэтому херачьте и даже не видите об этом. Надо, наверное, пушки ему сломать. Подожди, сначала в пушки надо стрелять. Сейчас он рядом пролетит, прям в пушку надо жахнуть ему и все.
Вряд ли. Да он не умирает, сука. Да он не подходит. Я говорил же, просто так надо стрелять. Не-не-не, сейчас четко, сейчас, кстати, я не заметили, четко сейчас ракета у меня попала ему туда в этот, ну в стекло это. Да ему попадало в стекло 100 раз ракета. Я тоже ракету возьму. Там были, были на нем отпечатки не один раз. Просто надо было расстреливать его, поехали. Подожди, а он куда-то едет? Какая-то музыка играет. Стоп, тихо. Нет, у меня музыки пока нет. Ну это не музыка, а у меня такой Ну это так, чисто звук. Офигеть, чего? Тиано падает, здание рушится, бегите, короче, быстрее. Беги, беги, беги. Колян! О, вашу мать, я что, умер? Ты умер, да, спокойно. Или так по сюжету игры надо? Нет, 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 здание разрушается, тут появляются дырки. Надо срочно, короче, таймер уже почти включился. Да тут, короче, сложно как-то, вы чё? Дырки ещё. Надо по ящикам так, с катерылом прыгать. А с фонарем идти. Не, зачем тебе фонарь-то? Быстрее, быстрее. Ух, нихера себе тут прикол. Блять, нихера себе. А у нас ни ломиков, нифига. А да? Ты как, Колян, хочешь по это пробраться-то? Сначала надо вот так. Вот напрыгнуть сначала, короче, на эту в кость, которая идет. А, ну понятно. А он все трясется, блин, нихрена себе. Я слетел с нее чутка. Это, короче, вообще какая-то, Колян, ты нашел какую-то сложную длинную карту. Ах ты, твою мать, тут же дырка! Твою ж, блядь, дивизию. Да вы что, издеваете, что ли? Да нормальная карта, вообще очень длинная, короче, и бесполезная. Полдня босса убивать. Ну, босса надо будет подрезать, подредактировать это невозможно. Так, естественно, тихо. Бляха. Да ё-моё, ты чё? Да, Колян, ты чё же не можешь пройти-то? Спокойно, спокойно, спокойно. А вы что, прошли, что ли? Нет, нет, мы-то прошли уже давно. Тихо, 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 тихо. Что ж, блин, уничит? Так здание этого, в принципе, потому что я-то прошел, как бы, понимаешь, это место. Оно разрушится, оно по скрипту рушится. Да нет, оно разрушится, серьезно говорю, по таймеру оно рушится. Давайте бегом, я... Блядь! Блядь, как тут там, блядь, пройти-то? Я выжил, пацаны, я прошел под воду. Выжил? Да. Может, пройдешь до чекпоинта. Ты падаешь в какое-то болото вообще непонятное, я плыву дальше. Нихера не видно. Все, я лестницу нашел, я выиграл. А вы, короче, нет. Да, блин. Колян, там надо запрыгнуть, потом стоять, потом перейти на верхний край и потом просто оттуда прыгнуть. Она же не зря наклонная. Я еще не могу там удержаться, понимаешь? Так ты не просто вперед не нажимай, и все. Че за херня свистит в ухе заебало? Она у меня с самого начала карты почти свистит. Ну, она не с самого начала карты, но свистит. Так ты что, дальше плывешь куда-то или что? Так я уж все, я поднялся куда-то в нормальное здание, которое не разрушается. Подожди, ты с контролом прыгнул на эту балку? Да, конечно, с контролом. С контролом, потом поднялся наверх и спрыгнул в другую сторону. Немножко не долетел. Ну ты не с разбега прыгал, да? Ты не с разбега. Не-не, а вот как бы класс-то где проявляется. Я нашел выход. Блин, он уже выход нашел, мы еще... Охереть, тут какой-то ядерный завод, вообще ракета, блядь. Эй, там! Это мне говорят. Чего тебе надо? Кто это сказал-то вообще? Get to the rocket, идите к ракете. Так тут ракета, а я тебе говорю, стоит второе. Бегу. Я в коридоре. Все, я с этим, с дворецким, короче. Здорово, дворецкий. Подождите, внутри говорит. Я выясню, что там происходит. Да здание рушится, дебил, поехали. Слышь, что, дебил, заводи. Подожди, ехать. Подожди, нас еще. Все, я сделал это. Отправляешься в ад вместе со мной. А, из этого ада выбираемся. А, подожди, куда ты ракету ты завел, блин? Он нахрен ракету завел, я на ракету смотрю, она улетает. Нормально вообще. Так это кто успел, собственно? Тут просто двухместная ракета. Тут очень, она очень узкая, Лех, я тебе отвечаю. Здесь просто не уместится больше ни один человек. Так он сел в ракету и улетел, представляешь? Мы сделали это. Я только из болота по лестнице поднимаюсь. Лех, она очень узкая, эта ракета, понимаешь? Я понял, ладно. Просто тут реально два места для меня и для этого дебила. Может, я успею ее зацепиться, как на вертолете? Да нет, не успеешь. У нас нету таких, знаешь... Никаких таких веревок, которые могли бы прицепиться, как у Бэтмена, нахрен, да просто... Вам нужна паутина, как у Спайдермена. Ну ты, мудак, долго будешь ехать-то, нет? Все, я вижу, как ты улетаешь просто на этой ракете. А, красава я. Ни хрена он карту замутил. Это же круто. Но зато я видел, как, собственно говоря, ты улетал на ракете. А я видел, как я улетал на ракете, на двухместной, на очень узкой ракете. И в иллюминаторы сейчас смотрел, да? Да, там было небо, и ничего не было видно. Я улетел с дворецким какого-то хера. Макрей вообще просто красавец. Вообще Макрей просто молодчик. Макрей вообще ты просто красавец. Макрей. Я даже не ожидал, что ты такую карту замутишь. А может быть это мокрый? Подожди, как бы несколько вариантов. Макрей, мокрый. Макрей. Нормально. Смотри, Алекс. Алекс Элис. Алекс Элис. Это про тебя, смотри.
Ну, я музыку к этой игре вообще-то не писал, ну ладно. В принципе, нормально. Че, давайте на этом заканчиваем. Да, у меня такая эпичная игра и такая музыка, что типа все спаслись. А у меня что-то свистит, и музыки нет никакой вообще. У меня музыка играет. Остальные остались умирать, видимо. Ну, кто прошел, тот улетел. Кто первый? Я тебе говорил, Колян. Миша, тогда проходили карту про космос, он один улетел. Сейчас он один на ракете улетел. Я же тебе говорю, это с Гдзани не по скрипту, а по таймеру. Просто в голове был у каждого свой таймер, и я успел на свой таймер, а вы нет. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. У меня есть второй микрофон. Подписывайтесь на канал Лы. Колян за единик. Колян. Колян 500 рублей единик. А, Алекс самый позитивный. И я. И всем до встречи в следующих картах. Там у нас еще есть какая-то карта. Колян вообще мутка-замутка. Колян много чего нашел. Колян молодец. Мутка-замутка 10 карт. Сегодня в один день все сделаем, да. Вот этот рэпчик сейчас прочитал. Короче, это Колян. И он же великий рэпер. Мы все пошли. И всем мутка, пока. Замуты, морозы лютые, да. Пока всем, Колян, я сказал. Лёха, ты где вообще? Давайте, да, всё, всем пока. Раньше здесь был мат.